Всем привет, дамы и господа, с вами Неломоб, мы играем в игру под названием «Американский вор из 80-х», и у нас уже есть Фомка, у нас уже есть всякие прикольчики-прибамбасики, и у нас сейчас задача, у нас сейчас миссия «Кража пива». Завершите ограбление заправки. Вот, собственно, заправка вон там, и у них там пиво где-то продается. Сейчас я на всякий случай зайду в ломбард, вот сюда. И куплю, может быть, то, что мне не достает. А, можно отремонтировать Фомку. А отмычки, значит, у меня все есть, да? Сейчас мы посмотрим. Предметы, ключи, работа, инструменты. Отмычки 5 из 5. Все хорошо. Альпинистские ботинки позволяют влезать на высокие объекты. Используйте. Так. Положить, использовать. Еще раз. Инвентарь, предметы, инструменты. Используйте. Мы будем их использовать. Я думаю, что они уже у меня одеты как бы на мне. А может быть и нет. Сейчас мы проверим это через тачку. Так, вот моя машина. Я могу сменять инвентарь. Ботинки тут не указаны. Просто что они есть и все. Они не указываются. Мы берем либо Фомку, либо молоток, чтобы замки срывать. Пока что ничего с этого набрать не надо. Мы просто едем на заправку. Посмотрим. Изучим. Изучим, что там да как. Хотя, может быть, мне стоило было купить какую-то информацию про эту заправку. Вот этот Fair Market. Вот, ограбление заправки. А мне нужно прям туда встать? Допустим, мы вылезли. А ну-ка, иду посмотрю. Что надо? 20.00, 20 автомобили. Айсан Лори. Это что означает? А может быть, это... Список действий. Может быть, это означает, что приезжает машина, которая разгружает бензин. Ой, тут пиво это разгружает. Так, а это что? А это что? Я на заправку залез. Я, может быть, сверху должен как-то паркурить и забрать, украсть. Не знаю. А гляньте-ка, что там есть, кстати. Тут есть какая-то яма, по-моему. Я сюда, может, должен что-то сбросить? Яму? Пока что вообще непонятно. Ограбление заправки. 22-23 автомобиль Айсан Лори. Айсан Лори. То есть машина, наверное, привезет, как бы выгружать на заправку. Давайте зайдем внутрь. Open. Так. Ограбление. Тут есть женщина. Поговори с ней. Продавец. Как я могу тебе хоть что-то продать? Что можно купить? Бутылка. Можно бросить, чтобы отвлечь внимание. Бутылка 6. Так. Напиток энергетический. Сушеная говядина. Увеличивает максимально выносливость. Выносливость всякую увеличивают. Здесь какая-то дверь у них. Но будет крика, если я захочу ее, да? Там что-то с ней делать. Надо, короче, ночевать походу здесь. И дожидаться, когда будет это время, чтобы посмотреть хотя бы, как оно будет. Но еще можно какие-то подсказки покупать, но я пока не уверен, что они мне нужны. Ладно, давайте ночевать. Еще раз посмотрим время, чтобы не натупить. 22-23. Ну давайте до 21 часа. До 21. А что, не могу тут спать? Это не паркинг считается? Походу это не паркинг. Паркинг вон там. Парковка. О, спите. До 21. А не до 21.30. Походу нельзя. Ну ладно. Переодеть костюм. На бандюгана переодеваемся. Сейчас они приедут через 50 секунд. Интересно. А я сейчас где-то в кустах засяду здесь. И будем наблюдать. Или в ямку залезу тут. Вот тут ямка есть. Присяду и буду на подкрадулях ждать. Ждем 30 секунд. Как достать соседа? Я прошел. Так, где моя машина? Еще 30 секунд. Вон внизу время тикает. 30 секунд и должна приехать. Завершить ограбление заправки. Кража пива. Табуляция 703. У жильцов были проблемы с предохранителем. Кража пива. Я на месте, там где нужно?
Ограбление заправки. Все вроде бы правильно. Вроде ничего не натупил. Сейчас узнаем. О, что-то едет, по-моему. Или звук какой-то стал подозрительный. Я сижу в яме, жду. Сейчас должна быть какая-то машина здесь. Ограбление заправки. Ничего не понимаю. 22.00. Где тачка? И что я должен был сделать? А, ой! Не понял. Вообще не понимаю. Не понял. Необходимо автомобиль. Опа! Автомобиль Айсан Лори. Но это же не моя тачка, да? Кража пива. Мне нужно тачку какую-то новую купить. Это не Айсан Лори? Меню ограбления. Текущее ограбление. Поднимитесь на крышу, украдите ключ, возьмите ящик пива из подсобки, принесите ящик пива Стейсу. Информация. Начало. Награда. $100. Необходимое оборудование, одежда, чтобы подкрадываться, низкие ботинки. Начните. Ограбление, заправка, началось. Выходим. Ключ. Я запомню, как все нужно делать, да? Поднимитесь на крышу. Идем. Идем, идем. Можно тут даже пробежаться. Украдите ключ. Ага, мне тут надо как-то спуститься. Где тут чудик? Там где-то снизу. А, вон там. Мне надо как-то ключ украсть. Оп. Вы устали. Тихо, куда устали? Какой устали? Ключ надо украсть. Выметь ящик пива из подсобки. Ой, к нам идут кто-то. Цепочка. Список действий. Нельзя использовать. Мне нужно за коробочками как-то ныкаться, да? Как наверх обратно залезть на крышу на эту? Ящик пива. Он какое-то радио стоит. Я иду, радио заберу. Опа! Как он меня заметил? Ты чего? Блин. О, присесть. И у меня радиоприемник на спине. Тихонечко ныкаемся на крыше. Нас и должны были заметить, походу. Ой, тачка полицейская едет. О-о. Бинокль. Копы. Легавые. Офицер. Чуп-чуп-чуп-чуп-чуп-чуп. Они как меня на крыше найдут? Да никак. По идее. Идет. Запрыгнет наверх на крышу. Он умеет это делать? Он тут проверяет, ходит. А где это он? А я не знаю, где он. Я тоже не знаю. Что будем делать? Не знаю. Я пошел в миссию выполнять. Копчик ушел, кажется. Надо спускаться. Оп, вы устали. Бумс. А ну-ка, пробуем. Список действий. А ключ где мой от подсобки? Я не понял. Я ж только что его... Предметы, навыки, предметы, ключи, тюремная, полиция, задняя дверь 703. Подождите-ка, я только что его взял? Ключ отделения полиции, музыкальный магазин, тюремная камера, задняя дверь в 703. Задняя дверь. Ну, в этом мы были тут, но тут пива нету. Нам пиво вот получается, может быть, мы должны были на ту в ту другую дверь зайти? Или в подсобное помещение? Как я должен попасть?
попытка неплохая. Она сидит в этом. То есть мы туда не попадем так просто. Может быть, надо было как-то спуститься, когда тот чувак там в другую сторону пошел. Он там до сих пор колядует, ходит. Круги наматывает. Я не знаю. Где он там лазит? Вот он ходит. Ой, тихо, тихо, тихо. Он там что-то ковыряет, ковыряет. А какую дверь мне нужно? В этот? Тут тоже была дверь? Не понял. А, есть тут дверь. Рискуем. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Блин, вас обнаружили. Где прятаться? И содействуй. Черт. Возьми кофевар. Ограбление вехи. Калькулятор. Алло. Пиво где? Отмычку. Используйте ключ. Что-то я тут натупил, по-моему. А где тут пиво, которое я должен был забрать? Ящик с пивом должен быть, да? Походу, мне жопа. Непонятно. Эта дверь ведет все прям... Отмычку, да? Опы уже бегут! А, нет! Бум, я его вырубил. Копа вырубил. Прикинь. Копа вырубил. Оп. Я не понял. Ух. Загрузите. Я не понял, почему. Я не понял, как это дело... И где это пиво вообще там находится, я не понял. Надо разобраться. Ну что ж, меня поймали. Поймали меня, как последнего человечка несчастного. Завершите, блин, кража пива. Так и непонятно, как это пиво украсть. И откуда его украсть, мне непонятно. Ну что, на крышу я залез. Заправка. Кража пива. Продавец, предметы, подсказки. Ключ. Он лежит там. Бинокль, например, взял. Тут раньше ключ лежал. Сейчас я его тут не вижу. Очень непонятно. Ну, очень непонятно. Что из этого всего является? Вас обнаружили. Опять шумиган. Вставай! Рамшан, вставай! Пробелы, пробелы. Копы опять тут. Бегут к нам. Хелп! А, с дороги! Донат пришел, вас обнаружили. Миша, обязательно заказывай предвидео по играм, которые ты снимал или нет. Не, можно любую. Спасибо большое за донат. Спасибо, Хер. Да что такое, меня бьют вечно. Так, пробую еще раз тут поспать до 22. Спим. Закрыть. Даем заднюю. Чтобы у нас активировалась миссия, что ли. О, меню ограбления. Текущее ограбление. Начать. Вот, заправка. Поднимитесь на крышу. Миссия теперь у тебя появилась. Ключ, черный ход на заправку. Это у нас не открывается. Миссию надо начинать. Именно время положенное специально. Так, а ну-ка. Ящик пива, видите? Украдите ключ. А вот и дядечка стоит. Торговец. Прыгаем. Пусты. Идем ключ воровать. Ключик. Черный ход на заправке. Ключ взят. Из подсобки. И как мне тут прокрасться, чтобы он меня не заметил? Когда он так спинкой стоит, надо зайти в дверь. Ой. Ой. В кусты иду. Кустики, за дерево.
Так, мы сейчас пойдем туда. По идее, дверь откроем. А как я вынесу целую... Целый ящик вынесу. Так, он там начал что-то заниматься. Пока что... Ну, прыгай. Черт. Вас обнаружили. Да ё-моё, опять 25. А вот два ящика. Оба надо вынести. Оп. Ящичек. Ключ. Отмычку. Ноль отмычек. Видите, у меня их нету. Используйте отмычку, используйте ключ. Ноль. А почему у меня их ноль? А почему у меня их ноль? Отмычки. Можно докачнуть второго уровня. Обычно открывайте замки обычной отмычкой. Научиться. Стоимость 3. О, у меня нету навыков. У меня просто нету навыков на этот уровень, может быть, пока что. Может быть, в этом причина? Мне нужно просто прокачать себе возможность открывать и такие замки. Просто я сюда залезу. А как я отсюда вылезу? Я отсюда просто не выберусь потом. Никак. Я сюда зайду. Тот чувак меня все равно заметит. Как я туда выберусь потом? Или что? С ящиком наверх я не залезу. Стоп! Тихо. С ящиком наверх я не залезу. То есть мне сюда пока что, скорее всего, рано идти. Скорее всего. Задание. Заказы. Репутация. Загрузить игру. Наверное, мне сюда за пивом просто рано идти, потому что мне нужно хотя бы два навыка. Но у меня теперь есть альпинистские ботинки. Мы можем в 703 дом подняться на второй этаж и там хорошенько залутаться. Вот, может, с этим надо подумать. Даже если я буду банками их как-то отвлекать, кидать, я все равно туда не выберусь никак. Там я не раскушу. Не раскушу забор, никак не выберусь. Скорее всего. Вот тут заборчик есть. Такой. Он тоже никак не открывается. То есть мне оттуда никак не выбраться, кроме как если бы у меня была еще одна, ну, возможность вскрывать. Поэтому идем. Идем отсюда. Идем лучше в 703. Там можно было на второй этаж, кажется. Тут есть паркинг, тут есть автобусная остановка, будка. И тут надо, наверное, в 703 дом хорошенько обшарить. Там можно было по лестничке хорошо залазить. Иду в 703. Попробуем там позалутывать вещички. Так, тут парковочка у нас была. Так, отмена. В принципе, время позднее. Ок. Идем сюда. Или это не тот дом? Я уже запутался чуть-чуть. Не, а, это не тот дом. Какой же там дом был такой большой, какой мы лазили? В 701, 2, 66, это все трейлеры, трейли, мотели. Был высокий, может, 704? Подсказки. Серый телефон дорогой. Там был такой дом, там, где мы за гитарой лазили. Вот тут что-то есть 804. Подождите-ка, 804 что-то. А тут что? Самодельную отмычку. Вот, блин, спалили! Ладно. Копы у нас тут уже рядом. Блин, что-то мне вообще не везет. Stop right there! Stop right there! А!
Я тут с двумя дерусь. Одного перекину. Через бедро. Хуя. Опять отмычка. Да все, все, все. Я сдаюсь. Я сдаюсь. Я не изучил. Я не изучил. Так, ну что ж, подгрузились. Подгрузились, улыбнулись. Значит, еще раз, этот дом мне нужно попробовать в 6 часов. 5 часов, значит, мне нужно перемотать, пока дойду. До 5 мне нужно отоспаться. Спать до 5 часов. 6. До 5 спим. Закрыть. В 6 часов, по идее, как я понял. Вот, в 6 часов снаружи будет Кевин, а в спальне будет Дебра. И, возможно, это мой шанс. Можно открыть потом окно сарая. Так, ну пойдем. Там можно... Помочка и окошко, да? Думаю, не услышат. Тут что-то можно тоже было подтянуть. А, я тут уже все позабирал, все, что можно было. 30 секунд у нас. Пока что... Вот, они там... это... Один гаврик, второй гаврик. Список действий. Используем отмычку. 5 штучек. Аккуратненько. Есть. Один сидит. Он должен, по идее, вот-вот-вот, четвертый дом. Он должен снаружи, в 6 часов утра. А она в спальне с 4 до 10. Этот маленький промежуток времени у нас будет, чтобы заняться своими грязными делами. Да? Да. Так, значит, он сейчас должен пропасть. Быть где-то снаружи. Или быть снаружи, или просто пропасть. Снаружи, значит, что он ушел на работу или как? Походу, да. А она в спальне. Вот. Вот она спит. В спальне. То есть это наш шанс. Шанс, шанс, шанс. Давайте ломать. Мычку. Жильцу. Распорядок дня. Черт, она что-то встала. Ты что встала? Женщина. А ну ложись. Ванная. Что в ванной может быть? Доллары, доллары в ванной стыбрил. Нужно что-то подороже, подороже. Где там были вещи дорогие? Кастрюля. О! Маленький телевизор, дорогой, несите. Что там? Дверь закрыть. Тут что-то есть. Отмычка. Ну, она в спальне. Она там, короче... Вот это что такое? Обыщите. Телефон. Дорогой. Вот это мне нужно было. Дорогой телефон. Радеечки. А все, у меня максимум инвентаря. Тут еще полно вещей всяких. Смотрите-ка, можно наворовать. Ну все, я теперь немножечко просто тупил, теперь все разобрался. Телек взял, самые дорогие вещи, оп-оп-оп. Понес спокойненько такой себе, чик-чик-чик. Мы сейчас еще сюда вернемся разочек. А ты спи, моя дорогая. Мы сейчас, к вам в гости сейчас еще раз придем через суточку. Сюда можно было, наверное, машину подогнать. Кстати, о птичках. Что-то я сразу не подумал. Оп. Сейчас буду нести это свое барахлишко, и меня кто-то заметит. А мы можем ускориться. Вот так. Топ-топ-топ-топ. Вот там какой-то чувак стоит уже. Вон. Мы возле дороги. И смотрит. Машина поехала. Я пошел. Ой. Упс. Упс. Ускоряемся.
Нам нужно в ломбардик. Нам нужно в ломбардик. А почему Д плохо? Я столько всего украл классного. Странно. Это дропаем сюда. Чикс. Беседуем с молодым человеком. Купить, продать. Телевизор. Дорогущие всякие вещи. И ремонт помочки. Оп. Чуть-чуть и заработали. И сохранение. И у меня навыки, навыков очков. Мне нужно вот это вкачать. Цену 20... Вы знаете цену 20 украденных... А зачем мне знать цену? Мне вот это нужно вкачать. Стоимость аж 3 очка научиться. Но у меня не могу, у меня нету этих очков. У меня уровня не хватает. Мне нужно больше ограблений. Больше ограблений. Идем еще раз туда, в тот же дом. Так, и так мне нужно опять до... Мне нужно нажать F, спать до... Опять? До 5... Спать. До 6. Закрыть. Так, он тут ушел, Кевин, а наше время подошло. Деревья, ой, деревья. Так, мы через это даже можем не лезть. Можем сюда я пробраться. Оп. Вот заблокирован. О. Так, захоронение. Захоронение. Контейнеры, мало ли. Так, тут есть интересная вот. А что, мои отмычки что ли позаканчивались? Подожди, это тут просто у меня нет такой отмычки, чтобы это открыть, наверное. Вот это. О! Видите, у меня таких отмычек, видимо, нет. Хитро. А! Да что такое? Да ё-моё, две отмычки профукал. Блин, чё ж так тяжело-то? Пошло. Тут помочка. Только не видишь, что она услышала. Только не говорите, что она услышала. Кофеварка. Это нельзя взять. О, несите. Микроволновка. Вот это я понимаю. Нормально. Дверь. Список действий. Кассета сверху какая-то. Бери ее. Плеер. Берем плеер. Тостер. Нормальная тема, тостер. Кухню почистили. Кассеты. А, у меня полностью инвентарь забит уже. Доллары. Кто раньше их пропустил? Вот, теперь беру, смотрите, как что делаю. Список действий. Отмычки уже отсутствуют. Беру микроволновочку себе и пошел в окошко ее бросать. Вот так. Олей, оп. Выпрыгнул. Забрал. В машинку погрузил. Дропнул. Машинку открыл. Оп, в машинку поставил. Ой, не так. Взял. В машинку поставил. Закрыл багажничек. Красиво. В машинку сел. И с чистой совестью поехал в ломбард. О чем мне? Опыт покручать. А ну-ка, очки опыта. Буква какая у нас? Буква Д. Плохо пишут. Плохо! Кто меня сзади кто-то видит. Прячемся. Оп. Сдаем, продаем. Продать хочу. 15 кассеты по 15. Тостер 12. Микроволновка 70. Плеер. Мультиварка 44. О, неплохо. Вскрытие, самодельная отмычка. Берем 2. Ремонтируем фомку, закрываем. Где мой уровень? 6 навыков, стоимость. У меня один навык. Мне не хватает одного очка, чтобы я на уровень следующий перешел. Надо снова тут спать до 6 утра. Спим. До 6 спим. Надо как-то еще подобрать время, когда она будет... эта женщина не будет дома, а когда он там где-то будет лазить, и мы в спальню еще залезем. И тоже ее там обчистим. Вот, мне кажется, это нужно тоже провернуть. Дельца. Вот, забыл.
Музыка можно в машине и приглушить. Вот она в спальне стоит. Нам запробовать это нельзя. То есть мы не можем туда пройти с этой стороны, только с другой. Фу-фу-фу-фу-фу. Ну попробуем. Ой, машина. Помочкой. Помочка получилась. Попробуем еще тут, попробуем. У нас, в принципе... Есть. Так, тут либо отмычка, либо фомка. Услышит ли она фомку здесь? Тут ее... Нет, тут еще не спальня. Прихожая. О, там спальня. Проход на спальню. Вот это окошко. Вот это лучше окошко, если ломать фомкой. Слышала? Да нет. Идем. Вот, тут мы лазили. Ой. Ой-ой-ой, типа она услышала меня, да? А я в шкафу. Она не должна была меня увидеть, что я в шкаф залез. Типа ей показалось. Она сейчас по своему... По своему времени она должна быть... она должна быть в спальне. Типа показалось, да-да-да. Ну окно взломано. Да? Так, музыка успокоилась. Легла, все. Лежи, лежи, отдыхай. Мы тут пока что твои ботиночки заберем, кроссовочки. Мультиварку заберем. В туалете ничего не было, но я гляну, может, доллары лежат, полотенце. Нету ничего. Меня интересует еще одна, по сути, комната в этом домике. А тут мы какие-то бутылки вина. Это мы брать не можем. Это тут мы вроде бы уже... А, тут еще шкафчики есть. Ой-ой-ой-ой. Деньги. Какие-то чипсы всякие. Фу-фу-фу. Так, это нам не надо бы на... Это нам не надо бы на... Тут ничего. Какие-то коробки с печеньем. Ага, видите, мы не можем тут использовать отмычки. Какого-то другого типа, какого-то замок. Ну все тогда, получается, мы тут все. Все, что можно было на данном этапе. А что, чайник не могу забрать? Странно. Я хотел чайник забрать. Картины тоже всякие висят. Че бы их не позабирать? Так, она что-то встала. Лежите, женщина, отдыхайте, отдыхайте, отдыхайте. Тут еще какой-то столик нашли у вас интересный, по-моему. Нету ничего в этом столике. Давайте. На улице, кстати, на столиках что-то может быть. Нет? Вряд ли. Значит, в спальню. Меня еще интересует спальня этого дома. О, доллары пропустил. Телефон. О, я раньше его тут не видел. Еще доллары. Может, я раньше как-то его случайно упускал. Из виду. Так, что значит, что значит, что значит? В принципе, ограбление, я бы не сказал, что не удалось. Сейчас мне дадут немножко опыта, мы получим очки. А с этим пивом, видите, как они тут сделали? Ой! Разработчики с этим пивом так закрутили, замутили, что я просто физически не могу пока что с пивом справиться. У меня нету возможностей отмычки какие-то другого плана покупать. Навыка. Так, продать. Бум-бум-бум-бум. Отремонтировать, закрыть. И я теперь могу нажать I и посмотреть, что у меня 7 уровень. У меня 3 очка, очков навыка дали. И я могу вскрытие замков обычной отмычкой научиться. Так. Теперь что? Допустим, хочу купить. Купить, продать. Магазин. Нету ничего, да. И что получается? Если я I нажму, предметы, инструменты, отмычки 5 из 5. И я теперь могу какие-то более модерные замки вскрывать. Допустим, я хочу это проверить. Список действий. Смените инвентарь. Одежду обычную, гражданскую одеваем. Закрываемся. И подойдем к этому замку, допустим. Могу ли я теперь такой замок взламывать или нет? Тоже нету.
автоматическую отмычку, используйте отмычку 0. Странно, в чем прикол был этих моих отмычек, что я научился? Ограбление заправки. Замки обычной отмычкой. Замки обычной отмычкой. Замков первого уровня. Замков второго уровня. А что из них, как понять, где замок второго уровня? То есть тоже непонятно, да? Где замок первого уровня, где замок второго уровня? Это мне не... Тут зато стоят, что я все вещи дорогие украл. В втором доме я все вещи, я так понял, не украл. Надо будет посмотреть. Этот дом не музыканта случайно? Заднюю дверь можно выломать. Не знаю. Не знаю пока что. Музыкальный магазин мы тоже, по-моему, весь. 705-706 дом. Парковочки, мотель. Непонятно мне немножечко. Но тут галочка у меня стоит. То есть это что, мой серый телефон дорогой и маленький телевизор. А здесь получается снаружи женщина вот в это время, когда он в туалете сидит. Все время в туалете. То есть мы можем с нуля он будет в туалете сидеть, сраить, а мы можем ворваться в спальню залезть. По идее. Он будет все это время в туалете пукать, а мы пойдем в спальню залезем. В следующей серии, наверное, это проверну. Сегодня уже хватит. А она, ее не будет дома, а мы полезем в туалет. Все, так и поступим. Увидимся в следующем видеоролике. В следующем видеоролике. Мы играли в симулятора вора. Самый главный моб. Ой, симулятора вора. American Chief Simulator. Вообще-то, 80-х годов. Все, всем пока.